Вижу тебя, все будет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Если сотрудник подозревает водителя на НС, он обязан составить протокол перед поездкой в наркологию? Нет, если он подозревает, то протокол не пишется. Ага. Протокол не пишется, просто там после ГИБДД там справка будет. Там, все, ага. Тест, если тест, тест. Все. Хорошо, а с кого взимается плата за проведение теста? Для проведения это с этого водителя. Почему с водителя? Да, вот так написано там. Как написано? А можно узнать, где это написано? Как это где это написано? Просто всегда было, что государство оплачивает, если сотрудник подозревает. Не, у вас что там, просят, что ли? Сколько суммов просят? Ну, они не просят, они просто хотят вести в наркологию и говорят, что я буду оплачивать. Как так? Если они меня подозревают, я трезвый. Почему я должен оплачивать? Ну, там сумма в 30, наверное, они сами оплачивают. 250 сумма. Никакой 250, кто сказал? Вот в наркологии вот так вот. Вас что, на это, на наркотики подозревают? Сотрудники говорят, что 250 сумма. Нет, вас на наркотики подозревают? Нет, НС. А что там никакой 250, там маленькая сумма. Хорошо, просто согласно приказу здравоохранения министерства, да, там написано, там написано, что оплата за счет государства. А кто у вас просит там именно? Ну, инспектора остановили и говорят, сейчас поедем в наркологию, протокол составлять не будут. Они с вами, верно? Ну, они, нет, это просто, сейчас я отошел, ага. Они не здесь, Московская, Шипохова. Главное, все нормально было? Да, у меня-то все нормально. Вот. Они меня просто хотят везти туда. Отнимают мое время и еще хотят, чтобы я еще оплатил. Там это что такое? Без протокола, без бумаг. Это как так? То есть они должны составить протокол, где первоначальные признаки укажут. Нет. Они как могут составить протокол? Ну как? Они составляют протокол. Вносятся первоначальные признаки, почему меня подозревают. Нет. На основании этого в наркологии берут с меня тест. Вот. А так это просто получается. Я приехал, меня привезли, просто проверили, да, отрезали. Ну ладно, и все. Видите, протокол просто так не составляется. Ну как, если они остановились, если они подозревают, они обязаны составить протокол? Не, если выйдет там, например, алкоголь, да, тогда уже составят. Хорошо, если алкоголь ага, выйдет, тогда... Хорошо, вот смотрите, если сотрудник будет каждого останавливать и вести в наркологию. Нет, это не каждого, но нет, почему? Он подозревает. Ну а почему он подозревает? На каком основании он подозревает? Ну, у него, может, чутье есть так какое-то. Вот, значит, документально же должен быть протокол, зафиксированная бумага должна быть. Это же согласно приказу. И что сейчас они говорят? Они в наркологию ехать, протокол составлять отказываемся. Туда приедем, будешь оплачивать. Дайте трубку. Ну, сейчас подойдут, дадут трубку. Сейчас. Хорошо. Я перезвоню, хорошо? Хорошо, давайте. Держитесь, ГОБДД, да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот остановили сотрудники, подозревают НС. Хотят вести в наркологию. Я требую составить протокол, они отказывают. А как они могут без освидетельствования протокола? Ну как, они должны первоначальные признаки, а на каком основании меня повезут? Если они вас подозревают, они должны вас повезти в наркологию. Ну, первоначальные признаки они должны вписать в протокол. На каком основании они меня повезут? Врачи, уважаемые. Хорошо, они инспектора, они подозревают, правильно? Подозревают, да. Почему они подозревают? То есть запах изо рта или еще что-то. Они должны писать. Они на каком основании там будут проводить экспертизу? Такого нету. Как нету? Если они подозревают, должны вести вас в наркологию. Ага. Они же не врачи наркологии. Хорошо, правильно? Хорошо. А как на каком основании наркологии будут брать результат анализа? На каком основании? Как это? На подозрение? Как на подозрение? Она, ну, и должна быть бумага составлена. Ничего не должен быть. Протокол, когда при освидетельствовании протокола, там, если ага. там трезвый, угу. не трезвый. Если не трезвый состояние, они должны вас на стоянку поставить и... Ага. А протокол составят там, правильно? Вот они да. приехали. А, хорошо. То есть это будет мое добровольное желание. Деньги с кого будут брать? С вас? Как с меня? В наркологии с меня будут деньги брать? Да. Вы что такое говорите? Я ничего такого не говорю. А можно представиться? Фамилию скажите, пожалуйста. Абдумакеев. Абдумакеев? Да. Все, хорошо, спасибо. Ага. Да.